В Алматы похоронили Сагадата Нурмагомбетова, героя Советского Союза и первого министра обороны независимого Казахстана. Прощальная панихида прошла сегодня утром в здании Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Проститься с Сагадатом Кожахметовичем пришли сотни человек, сослуживцы, соратники и ученики Нурмагомбетова. Здесь же почти вся государственная элита. Сагадат Нурмагомбетов был одним из тех, кто стоял у истоков становления государства и отвечал за военную силу и мощь молодой республики. В 92-м он стал первым министром обороны страны. Тогда генералу пришлось буквально с нуля поднимать казахстанскую армию. Сагадат Кожахметович возглавил в это тяжелое время Министерство обороны и поставил на ноги. Он вырастил большую плеяду офицеров и генералов, которые сейчас руководят вооруженными силами Казахстана. Я хочу сказать, Сагадат Кожахметович останется в наших сердцах как выдающийся военный деятель, любящий свое дело, искренний, чистый человек, который выполнял свой долг. Даже занимая высокую должность в правительстве, генерал Нурмагомбетов остался верен принципам офицера. Каждого из своих подчиненных он знал по имени и отчеству. За это его любят и уважают. О таких говорят: человек чести. Очень скромный человек был. При его выдающихся заслугах был очень скромный. Я скажу, даже суперскромный. Я знаю детали его быта, да. Могу сказать, что человек, который никогда ничего не просил. Самую главную награду, звание халык каһарманы, Нурмагомбетов получил в 1994 году. По стопам отца пошел и его сын Талгат Сагадатович, генерал-майор запаса. Героя Советского Союза с почестями похоронили на Кенсайском кладбище в Алматы. Айнаш Ундирис, Шухрат Акчурин, 7 канал, из Алматы.